Большой рекламный щит упал на людей в индийском городе Мумбай. Погибли 14 человек. Еще более 70 пострадали. 30-метровая конструкция обрушилась из-за сильного ветра и пыльной бури. При падении щит также повредил жилые дома и заправочную станцию. На месте работают группы спасателей. Они разбирают обломки и ищут выживших. На Мумбаи идут сильные дожди. В местных аэропортах отменено более 15 рейсов. В некоторых районах приостановлено движение поездов.